Добрый день, дорогие друзья! Середина января, прошел старый Новый год. И обратила внимание, что вот мой дендробиум нобили, который сейчас цветет, вот так выглядит старый куст, дал детку, которую можно отсадить. Надо сказать, что в природе вот эта детка, она легко обламывается. Вот, видите? И теперь нам надо ее пересадить. Что требуется? Ну, естественно, замочила кору, чтобы она была влажная. Мох сфагнум. И вот такой стаканчик без дренажных отверстий. Прозрачный. Для того, чтобы было видно, как развиваются корни. Потому что дендробиум их корни не участвуют практически в процессе фотосинтеза. И поэтому их можно сажать в непрозрачный горшок. Что мы сделаем? Мы насыпем коры, положим мох, а сверху расположим вот эти вот корешки. Сейчас я вам это все покажу. Вот соорудили мы такую конструкцию. Значит, там керамзит, кора влажная, и сверху мох сфагнум. Чтобы не падал росточек, вот такую подпорочку мы сделали. И мы просто ставим, чтобы он пока у нас на что-то опирался, а корешки соприкасались с мхом. Ну, естественно, мы это все поискаем. Да простят меня дендробиум воды. Вот так я размножаю свой дендробиум.